Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, что такое сухая капля и как с ней работать. Это такой маленький силиконовый коврик с очень липкой основой. Да? Выглядит он вот так вот, находится в таком рулоне. Хочу вам сейчас показать, как работать с сухой каплей. Устанавливаем ресничку на силиконовый коврик и отпускаем ее. Ресницы начинают раскрываться. Таким образом у нас формируются пучки. Берем следующую прядь ресниц и когда устанавливаем каплю, немного как всовываем их вовнутрь. Отпускаем и у нас опять самостоятельно начинает формироваться пучок. Если вы хотите немного увеличить его раскрытие, вам недостаточно, вы можете просто придавить пинцетом на один из лучиков. Берем следующую прядь ресниц, устанавливаем опять в сухую каплю, как бы всовывая немного и отпускаем. У нас опять начинает формироваться пучок. Очень удобный метод, но только к этому надо приспособиться, привыкнуть. Устанавливаем и отпускаем. Удобно формировать объемы до 4D. Более большие объемы формировать немного сложнее, ножка получается широкой, поэтому данный метод формирования пучка идеально подходит для легких объемов. Это очень удобно и очень быстро. Обратите внимание, каждый пучок формируется примерно одинаково. Для того, чтобы снять реснички, необходимо пинцетом хорошо зафиксировать наш пучок и снимаем с ленты, как бы подтягивая немного вверх. Зафиксировали пучок и снимаем. Пинцет должен быть с хорошим смыканием. Взяли пучок и снимаем вверх. Сейчас вам еще раз покажу, как формировать. Устанавливаем и отпускаем. Устанавливаем реснички и отпускаем. Устанавливаем и отпускаем. Отпускаем. Очень удобный метод. Ссылочку я оставлю под видео. Если кто-то захочет попробовать формировать пучки с помощью капли, у вас будет такая возможность. Вот так выглядит сухая капелька. В рулоне 100 штук. Стоимость 150 гривен. Надеюсь, такая новиночка придет вам по душе. Вам понравилось мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до скорых встреч в новых видео.